Развитие российских регионов и муниципальных образований в условиях внешних санкций. Научно-практическая конференция прошла в Дагосуниверситете. Говорили об экономических сложностях в связи с внешними ограничениями ведения экономики по нормам ислама. На сегодня в реестре 18 организаций уже работают по программе партнерского финансирования. Специалисты также рассказали студентам о роли общественных объединений и институтов в развитии гражданского общества и экономики. Далее работа конференции продолжится. В секционном формате.